Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и Бенди, и чернильная машина снова. Вышла четвертая глава, четвертая часть, и игрушка уже стала стоить 350 рублей, если складывать вторую, третью, четвертую, потому что первая была бесплатная. И я так понимаю, что будет еще пятая, и я уже могу сказать, что это слишком дорого для этой игры, потому что каждая глава стоит 145 рублей. За час геймплея. Охуеть. Ладно. Короче, по поводу этой главы в Стиме пишут, что она очень хороша, что она просто невозможна. Select Chapter. Select Chapter, опты. Четвертое. Колоссальные чудеса, наверное, или что-то типа того. Окей, поехали. Пишут про эту главу, что она очень хороша, что она прям замечательна, что она просто невообразимо крута. И после всего того, что было до этого, это просто невозможно динамично, эпично и заебично. Поэтому, сейчас мы на это, естественно, посмотрим, узнаем, что как, что где, что куда. Игрушка на английском. Английский я знаю в совершенстве, поэтому... I'm here. Я здесь. Let's see if we can find what you wanted me to see. Короче, кто-то что-то сказал. Какой-то мужик сказал, что он здесь, и типа все. Так, а что такое? Это зачем вот этот круг мне? Найти Бориса. Так, Борис — это собака, которая попала в передрягу. Так, подожди. Опции. Настройки. Секунду, еще раз. Опции. Advanced. Так, я где-то видел эту хуйню, которая вот типа отображать. Мне не нравится эта пара. Круг, блядь, посередине. Вот, crosshair. Оф, во. О, все, блядь. Я и так ориентируюсь, в принципе, чё куда, но мне тут чуть crosshair этот нахер не сдался. Ладненько. Пойдем вперед. Пойдем посмотрим, что это за динамичность, что это такое и как это все выглядит. Вроде как скримота есть и прочее поебота, которая... Ну, в принципе, должна была присутствовать в третьей главе. Но третья глава такая параша, короче говоря. Ты сам прекрасно знаешь, ты сам ее прекрасно видел. Парашня пизда просто. Вот отвратительная параша третья глава была. Бесполезная, не должна была существовать. Я очень расстроен, что я в нее играл, в принципе. Она мне нахер не сдалась. Ну, кто-то, короче говоря, орёт. Неизвестный голос в панике начинает орать, что-то происходить. Так, время, деньги. Написано на стене. В принципе, окей. Пойдем назад. Короче, ждем скримоту. Ждем скримоту, она будет нас пугать, она будет на нас орать, она будет нас визжать. Архивы и R и D доступа. Левел, уровень P, уровень S. Аккаунты, финансы. Офис управления, Гранд Каньон туда, окей. В Гранд Каньон мы типа сходили. Пойдем сходим в архивы, почему бы нет. В архивах должна происходить... похоже, здесь что-то не хватает. Окей, не хватает вентиля, да без проблем. Найди что-то там пропавшее. Take the valve, наверное. Valve же, правильно? Valve — это вентиль. А как? Подожди, вот эта комната должна была открыться, нет? Нет. Тогда вентиль должен быть где-то тут. В мусорке? Нет. Ага, а вот и ты. Здравствуй. Секунду еще прям, одну секундочку. Settings sensitivity на 15 скину. Во, красиво. Так, вентиль я нашел, замечательно. Не люблю большую сенсу, это отвратительно. Это не дает сосредоточиться, не дает сконцентрироваться, а мало ли чего. А мало ли куда-то нужно будет тыкнуть быстро, я не впаду, потому что сенса большая. А, блять, золотые правила сенсы. Сенса не должна быть большая. Сенса должна быть удобная. Здрасте. Так, у нас сейчас что, прыжок? Прыжок. Сейчас будет чё, кардебалет. Найди секретного пассажира. Он нас освободит, написано. Он нас освободит. Это про Бенди, вот про этого вот чертенка. Хорошо. А что такое секретный пассаж? Что вообще пассаж? Пассаж — это не пассажир вообще ни разу, блядь. Пассаж — это что-то другое. Пассажир — это другое слово, ну ладно. Кто-то был?
Он сказал мне, я была потрясающе на эту роль, просто подходила, абсолютно потрясающе. Сейчас Джои пройдется вокруг, скажет вещи позади закрытых дверей. Я всегда могла говорить. Сейчас он хотел встретиться снова завтра, сказал, приходи ко мне. Я слышала его выход, но я... Что смутно говорила, думала, он может назвать меня ангелом, что ли, или дать уйти. Итак, короче, окей, Элис, судя по всему, это говорила какая-то Элис, которая исполняет роль ангела. А ангел это у нас какая-то хуйня, которая в прошлой части к нам приставала. Там то ли ангел, то ли демон. Там, по-моему, две концовки было в прошлой части, если ничего не путаю. Одна за ангела, другая за демона. Ну и, в принципе, все. Так, а это нужно поджечь все. Приватный танец. Хорошо, приватная комната. Это не открывается. Найти секретный проход. А, секретный проход. А, ну так вот. So that's how it works. А, так, это заработало. А, нужно найти 5 книжек, что ли? Серьезно? Ёб ты мать. Ну ок. Блин, она так посверкала. Я прям рядом с ней постоял. Она такая сверкает, в меня сверкает. Допустим, осталось найти сколько? 4 книжки. 4 книжки или 4 сейфа, или 4 чего-то такого, что мигает. Ага, вот еще одно, окей. Вторая загорелась. Но они, блин, такие выдающиеся на самом деле. Еще 3. А, тут книжки везде. А, они пропадают? А куда они пропали, подожди. Так, вот это нихера не весело, куда-то пропали эти пидорги. Они же могут убивать, это же чернила, они же жесткие, с ними вообще связываться не нужно. Здесь типа ни одной книжки. А, тут еще вот с этой стороны книжки. Так, еще одна. Ебах, ты что, угораешь, что ли? Бля. Ну вот. Про скримату я тебе, собственно, и говорил. Про скримату я тебе и говорил. Так, подожди, я ищу на этой стороне теперь книжки. Они еще есть, наверное, и внутри, да? Да, вот одна мигает, хорошо. Но я не достаю до нее. Достал красиво. Ну и последняя, мигни. Мигни последняя, вот она мигает, хорошо. Отлично! Красота, прям замечательно. Вот, собственно, оно должно открыться. Открывайся. Но это нихера не секретный проход, а войти в темноту. Это я могу без переводчиков переводить, хорошо. Значит, тебя я чуть-чуть уберу, ты мне пока что не нужна. Не могу пока ничего сказать по поводу экшена, так себе, конечно. Один скримак был. Ты в текстурах застрял, дурачок. А вот твой кусок ноги. Я не могу отсюда ехать. Почини мост. Да без проблем, блять. Был бы я еще каким-нибудь инженером, я бы знал, как чинить мосты. А что? А, шестеренки не хватает. Ну окей. У нас продолжается, короче, тупо ходить, тупо искать предметы. Но здесь хотя бы добавили какую-то скримату, судя по всему. Это будет не так скучно, как в третьей главе. Наверное. Хорошо, хоть не огромные пространства, которые, блядь, туда... Опачки. Хорошо, хоть не огромные пространства, в которых нужно ходить туда-сюда по 1,5 часа. Оттуда упадет шестеренка? Я оторвал у него горб или что? Ну, из чернил как бы сделать шестеренку, мне кажется, не очень удачная идея. И вряд ли как-то это получится, но по хуям, давайте попробуем. А вот ты, наверное, да, производишь шестеренки? Серьезно? Он сделает... А мне нужна шестеренка, как бы это немножко не то. Так, я понял. А есть какой-то рецепт у тебя здесь? Типа... Бляха! Тварь такая! Ну, тварь! Ну, неужели... Ну, я потратил просто так горб какого-то призра. Ну, давай еще одного вызовем, ладно. Хули нам. Мы одного вызвали, второго вызовем. Тут реально вызов сатаны какой-то. Ну-ка, иди сюда.
До свидания. Спасибо. Так, а он бегает вообще? Да, он бегает, но это бегом, конечно, назвать нельзя, но да похеру. Фух, сука, ебаный автомат. Обманул меня. Там стрена просто меня взяла и обманул собак. Он реально делает из чернил, бляха-муха, шестеренки. Как это так? Это же неправильно, это же нелогично. Это не должно работать ни в коем разе. А можно еще что-то сделать? Весы. Кость. Кость можно сделать. Окей, ну, блядь, был бы Борис, была бы кость. А Борян куда-то пропал. Ну, что я могу поделать с Борисом-то? Так, я поехал. Мост почему-то работает сам. Мост интуитивно, судя по всему, помогает. Я помог ему найти шестеренку, мост помог... Меня давно такой хуйней уже не возьмешь, если честно. Поэтому вот эти... эти непонятные звуки, они не страшны совершенно. Вот ни разу прям. Прошли те времена, когда эти звуки сильно пугали. Они должны... Да блять! Другое дело, ну! Другое дело, вот! Совсем бы так, давно бы так. А то, блядь, какую-то, блядь, обдолбанную виолончель мне включили, я типа должен был обосраться, окей. Я, ты не подумай, что как бы я вот такой вот это... Я вижу тебя, мой маленький ерандутый пацан. Ты ангел, твой ангел всегда наблюдает. Что держит тебя от ухода? Охота или свобода? Че? Или надежда. Ты просто смотришься как маленький дружелюбный волк. Лучше поторопись, ерандутый парень. Борис, проблемы, блядь, в одном из его кусков. А, у Бориса проблемы, пока что он состоит из одного куска, но, судя по всему, и будет скоро не очень. Мне просто после третьей главы этой игры, она мне не нравится совершенно. Я сказал это в конце третьей главы, что это, ну, просто, ну, это полный провал, это, блядь, фиаско, это хуета полнейшая. Четвертая глава, по идее, должна как бы изменить мое мнение, потому что реально по отзывам в Стиме там просто, ну, шикарная херь, шикарная, невозможно шикарная. Но пока что ничего такого шикарного на самом деле здесь не увидел. Спасибо, конечно, большое, что не нужно бегать туда-сюда по локации от начала ее в конец. Тем самым растягивая геймплей, блядь, вместо 15 минут на полтора часа. А чё с ФПСом? Куда он поехал-то? Ты куда-то вниз уехал, ФПС? Верните ФПС мне, цепи, блядь. А чё реально такое 30 ФПС? Вообще беда. Ага. Ага. Чё всегда? Он просто хочет домой. Когда он пойдет домой? Он плачет. Ему хуёвенько. Ага. ФПС от 24 стало, хорошо. Вообще беда. Здорово, пацаны. Вы все хотите домой, да, я понимаю? Вы все хотите домой. Бляха, вас бы как-нибудь сфоткать так на превьюху, то было бы замечательно, нет? Ну, блядь, что с тобой, игра? Одумайся. Нет, ангела! Мы... Он нас освободит, окей. Судя по всему, чернилы очень много ресурсов жрут. Просто эти чернила, я так понимаю, это суть всего, это материя земная. Из чернил можно делать шестеренку, кружку, кость. Что угодно, металл. Металл, пластмассу. Блять, как нефть прям, из нефти все делают. А тут это чернила. Может, это не чернила ни хера, а нефть в натуре. Так, а куда мне идти-то? Ага. Ну, не особо большой, конечно, лабиринт, но спасибо за фонарь.
кто-то куда-то стучит. Мне на стук нужно идти? Ну, если на стук, мне сюда. Блять, стук слева. Я, походу, к нему иду, да. Короче, если коридор длинный, значит, я пошел правильно. Иначе это было бы слишком сложно. Хранилище 9. А что, выходи. Че, не пойдешь? В смысле? Че не так-то? Это прикол? В общем-то, сегодня уже второй день, когда я записываю эту серию, потому что там сломан скрипт, тупо, короче, не работает ни хрена. Поэтому я это дело отложил и, собственно, прошли вот сутки. Вышел патч на 200 с лишним мегабайт. Да, вот здесь скримак, я знаю. Вот этого скримака не было, хотя он, судя по всему, должен был быть. Я проверял, когда до сюда доходил, он тоже меня не напугал, потому что я играл в колонках, и мне было похуй, в принципе. И, в принципе, все. И, в принципе, дальше в конце, там, где у нас ничего не получалось, он просто вылазит, и игра продолжается. Я уж там не смотрел, что там происходит, просто как бы вылезло оно, вот это вот, за кого мы играем. И я выключил, и вот теперь... Собственно, записываю, продолжаю. Пока я все это искал, пока я все это понимал, что как, что почему, что зачем вообще, я примерно понял, что эта часть где-то на час. Я так думаю, что две серии по полчаса мы сделаем из нее. Поэтому сейчас я, получается, одну серию дозаписываю, потом записываю вторую, и четвертая часть на этом заканчивается. Я не знаю, что там и где там. Я просто домотал до этого момента, и вот он здесь должен был просто вот так вот раз, и пожалуйста. А там нихуяшеньки не срабатывало. Короче, продолжаем. Хорошо. Это он, это хранилище 9, это «Приходи и увидь меня». Поехали, окей. Все здесь замечательно. Наши эти веселые надписи, которые нас развлекают, и, в принципе, должно быть весело от них. Соглашусь, соглашусь, да, довольно забавно. Немножко веселее, чем идти просто так. А куда ты выбросил фонарь? С фонарем было так классно, на самом деле, а теперь без него. 40 лет я строил аттракционы, воображения, колоссальные, чудесные, такие, как мировые, такие, которые мир никогда не видел. Короче, он нашел инвесторов на Уолл-стрит, Джо Дрю, его там потрясающий кто-то еще. Он как будто был ребенком. Возможно, ты заплатишь мне, мистер Дрю, но я что-то не имел там. Короче, его все кинули, по-моему, как его все оставили. Он хотел построить аттракционы, и у него ни хрена не получилось. Хорошо, хранилище 9, допустим. Здесь все очень сильно заскриптовано. Вот это на самом деле не очень хорошо, потому что прям, блядь, ну это беда. Там, где рычаги вначале нажимаются, они не нажимаются, если ты сначала не подойдешь и не узнаешь, что мост нужно починить. Не будет ничего работать, пока ты тут рычаг не нажмешь, что это не нажмешь. Короче, очень все вот заскриптовано. И, судя по всему, из-за того, что не вылез скример у меня там, получается, он сюда вот просто тупо и не выходил. Мечты станут реальностью. Замечательно. В каком-то роде. Возьми фонарь-то с собой, он же такой классный был. С ним гораздо удобнее, с ним гораздо веселее, привлекательнее как-то. Не так страшно, наверное. Бенди Ад. Отлично. Ага. Вот эти чувачки, они добрые. Они ничего плохого не делают. Они просто как бы плачут, сидят, хотят домой. Я не знаю, почему, кстати. Они вроде как выглядят довольно страшно. Криповенько, типа. Но они просто как бы для того, чтобы были и рот его ебать. Че это? Better get overtime for this. Че? Самое время для этого. Это сохранение, по-моему, да? Бля, только не говори, что будет какой-то погонялка, догонялка от босса с какого-нибудь Хироса, ну. Но по архитектуре и по строению уровня сейчас будет что-то типа беготни. Хорошо. Слабак, мужик-ребенок, брутал, супер, заебись. Давай ударим. Мне нужна какая-то сила. Что? Запятай дом с призраками.
Найди какой-то вархаус. Что? А вон вархаус какой-то, нет? Чего запитать-то надо? А ты чего не ударил-то, объясни мне. Давай ударим. Скажи мне, тебе весело? Я уверена, Борис не ждет спасения в вечеринке. Борис не надеется на спасительную вечеринку или что-то типа того. А я что-то запитал? Ну я типа супер, да, там что-то ударилось. Давай пойдем по проводу. Я так понимаю, что ебать, как все запутано. Так понимаешь, нужно... Да без проблем, делов-то, ну. А чё это? Так они все куда-то уходят. Я могу ходить везде и везде питать, что ли? Нет, не могу. Дом с призраками запитать ими... А, вот это, наверное, открыто, да? Свет горит, хорошо. Ну, пойдем. А каждый проводок нужно запитать по отдельности. Серьезно? Нет. Там какой-то ключ лежит, то ли монтировка, что это за херня? Эти ребята, что тут... А, так мне нужно везде выиграть, что ли? Ёб твою мать. А что-то я не попадаю никуда, так нормально? А, вот попал. А патроны кончились. Перезарядка. Патроны кончились. Бляха, я просрал, не добежал чуть-чуть. Давай еще маленько. Прогресс-то не скипывается. А что ты отбежал, дурачок, что ли? Так, секунду. Вот здесь вот очень сильно пригодится эта херня, которую я отключал вначале. Она мне не помогает совершенно, ладно. А патроны опять кончились, блядь. Но он бы добежал, ну серьезно. На, надо все сбить, короче, надо выиграть. Я что-то выиграл сейчас? Непонятно, ну давай просто поиграем в аттракционы, почему бы нет. Запускай. Сейчас-то я уж точно выиграю. Блядь, одного патрона не хватит, да? Теперь двух уже не хватит. Да, не хватит. Раз, два, три. Как раз, конечно, только я и не... Блядь, надо вообще не... Охереть, надо вообще не промахиваться. Хорошо, давай сделаем так. Ну, допустим, хватает времени, я так понимаю, на все. О, это-то бычий глаз. Спасибо, блядь. Обосрали меня. Бычий глаз, говорят. Давай теперь бутылки все собьем. Что-то не пойму, а ты как-то... А чё ты так слабо кидаешь-то? Он первый шарик-то слабо кидает, ебать. Я держу кнопку, ты чё их не сбиваешь? Обнаглел, что ли? Чё за херь-то? Во. Блять, одна осталась, сука. Ну почти, ну бля, надо было в центр кидать. Но в центр они вообще не упадут. Я не понимаю, как это работает. Почему он первый-то херов кидает, объясните мне. Я же ничего не... Просто нужно быстро нажать, четко. А, чем быстрее нажимаешь, чем быстрее... Короче, держать не нужно, вот в чем прикол. Или нужно. Так, он меня просто, по-моему, морально сейчас изнасилует, нахуй. Я не понимаю, что он делает. Допустим. Блять, одна осталась. Да в смысле? Что? Ты дебилоид или что? Ты не можешь, блядь, нормально... Я не понимаю, в чем разница-то. Допустим. Допустим. Что за хуйня-то такая, сука? Да, блядь, опять одна бутылка осталась. Да, опять осталась. Ладно, надо... Может, он типа имеет в виду, что как бы у тебя все равно уже просран шанс, поэтому хуй тебе, а не нормальный кидок. Допустим. Падай, падла, пад!
ёбаное говно. Все, нахуй, я не понимаю, как это работает. Он не кидает их нормально, я срать хотел, короче. На это просто вылетает ебучее достижение, которое у меня особо никуда не сдалось, наверное. Давай еще раз попробуем, хрен с ним. Еще разочек, окей. Пизду все, да отъебись. Так, ладно, а вот открыли, хорошо. Чернилки, дайте чернилки мне. Есть одно питание, допустим. Это одно. Бля, какие страшные. Какие страшные пацаны. Здорово. Блин, это просто невозможно, серьезно, что за бред. Так, ток пошел. Ток пошел. Я думал, будет... Хотя, скорее всего, после того, как я все включу, как раз будет и с боссом придется бегать, ну ладно. Тут кого-то похоронили вообще. А, это типа... Ой, все, окей. Блять, это же аттракцион. Включайся. Допустим, должно было что-то запитаться, я должен был что-то, наверное, открыть. Правильно я понимаю? Одна из дверей должна была открыть. Ну да. Все понял, все логично. Нужно ходить по дверям и открывать их. Везде будет какая-либо загадка, наверное. Looks like I've got some company up ahead. Опа. Without some kind of weapon, I don't stand a chance. There's gotta be a way around them. Так, ему нужен... А, я понял, он должен их отгонять, судя по всему. Эта херня работает как приманивалка. Зачем ты это выпил? Я должен был их приманить. Мне нужен какой-то предмет. Сначала нужно понять, где рычаг вообще находится. Рычаг, скорее всего, вон там. Их нужно как-то пригнать куда-то, отогнать, а потом туда, собственно, идти. Бляха, это будет сложно. А если так, они меня спалят и убьют. Это логично. Блин, а подожди, а как тогда? Они все время возвращаются к своему костру, да? Да, ебаный сталкер. Они все время возвращаются туда. Блин, а как мне тогда... Подожди-ка, я так ничего не смогу сделать. Они типа падают, ну типа они приманиваются, и... А мне нужно попасть вот сюда. Я могу их здесь каким-то образом шугнуть? Или это могу я взять с собой? А-а-а, окей. Окей. Допустим, тогда мы сделаем... Бля. А, так я их собираю. Теперь я могу кидаться и шугать. Все, окей. Я просто думал, я их только толкать могу. Блин, прицел придется оставить, потому что я должен знать, куда я что кидаю. Блин, а как теперь это... Как... Насколько далеко он вообще летает? Ой, блядь. Неудачно. Ну, типа, окей, они тупенькие совершенно. Так, опять плачущий чувак, блядь. Это тот же самый или вас много просто здесь? Мне кажется, они вообще несчастливы, с ними что-то не так. Их посадили то ли в тюрьму, то ли что, ну как-то, блядь, ну, серьезно, ну, людьми издеваются, по-моему, жестко прям. Создатели лгали нам. Нихуя себе. Откровения какие. Я не понимаю, про что тут говорится, тут какая-то история, скорее всего, тот, кто знает английский, эту историю, естественно, понимает, он, конечно же, напишет ее в комментариях, либо кто-то перепечатает, и хотя бы Google переводчик, там все дела, потому что здесь что-то типа того. Стимроллер, Бунча, Моранс, вот я три слова прочитал, ни одного из них не знаю, какие-то специализированные слова. Тут идет, наверное, история демона. Так, это второй, а нужно всего четыре. Теперь нужно этих пацанов отогнать. Но они какие-то реально, они нихуя не за мной бегают, они бегают за звуком. Или за тем, кто в них кидается. Опа, 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 отъебись, чувак, отъебись от меня, пожалуйста. Все, красавчик. Но это было несложно вообще совершенно, ни разу, ни грамульки прям. Они глупые. Или я глупый? Не, в смысле? Что за хуйня? Я что-то не понимаю. А что я не понимаю? Почему дверь-то закрыта? Она где-то открывается каким-то образом, что ли?
Блять, я вообще ничего, серьезно? А вон там проход какой-то есть. Опа, окей, палево. Их надо загнать туда внутрь. Что с тобой? Почему ты бросаешь как еблан? Что? Почему ты не можешь правильно бросить просто вперед? Все, пизда, банки кончились, я побежал. По-моему, меня не заметили. А, это еще выход, окей. Это открывание двери теперь, ну охереть. Не надо, пацаны, не надо. Не надо, пацаны. Я вообще не понял, зачем на самом деле отшугивать. Они и так тут не, и так меня не догоняют. Все, идите нахуй, на, вон, пощемте. Да почему ты ее... Он то вот так кидает нормально, то просто как-то перед собой вот так вот ее... Что за херня? Это, блядь... Если бы он все время кидал нормально, я бы выиграл. Так, хорошо, открылся еще один проход. Ой, как же они меня напрягают, просто невозможно. Осталось еще два. Какой теперь открылся? Я даже, кстати, не знаю, где они находятся, если что. Один тут, но он не открывается. Один. Тут, и он, скорее всего, откроется. Потому что если не открывается этот, то откроется вот этот. Это же логика обычная, стандартная. Вот оно открылось уже. Уже закрылось, да. И? Это чернила, он их просто пьет. Мы, по-моему, пытались выяснить, что это за херня, но это вроде как не здоровье, ничего. Изначально, короче говоря, насколько я понимаю, это была фабрика по производству картинок, мультфильмов, а теперь это целая аттракционная хуйня. Самый большой парк, который был построен в Центрфолде аттракционов. Каждый лучше, чем предыдущий аттракцион, наверное, имеется в виду. Глаза его охуевали от того, что происходило. Но потом... Потом этот гребаный мистер Дрю, короче, он что-то натворил. Короче, он построил все кошмары, которые могли ему только присниться, вроде как. Я построил этот парк. Это был кусок май, там было мое, мое было. И сейчас ты думаешь, что просто можешь выгнать меня? Просто превратить в пыль все, что принадлежит мне? Нет, это мой парк! Моя гордость! Тип того. Ты думаешь, я уйду? Но хуй тебе, я до сих пор здесь! Ай. Так собственно взбунтовался. Окей, а что делать-то? Хрена себе. Так я прошел вокруг, рычага-то не было. А рычаг где-то на аттракционе? Ага. Тихо. Ай-яй-яй. Так, я не пойму, что мне делать-то? Топор, хорошо. Нужно отрубить ему руки! Ха-ха, все, понято, понято. Руки отрубить только как? Ага, все, окей. Шашки. Блять, гайки, говорю, надо отпилить ему. Нужно отпилить ему все гайки, которые у него есть. Отлично, и не умереть при этом. Блять, а их много, их получается 4 руки, 8 гаек. А, нет, даже больше. На 1 и 4, в 16, серьезно? Да бляха. А с той стороны-то не отбиваются, что ли, серьезно? О, это херовенько. Да хорош. Блять, на туре надо 16 штук отрубить, это очень много. Ну это прям босецкий. Окей. Окей, минус рука. Ай. Подожди, я с той стороны разрубил у него что-то. Он вообще психанул, короче. Тихо. Так, вот эти. Да, блядь, установись ты уже, ну. Ага.
Ай, жалко, на ту сторону нельзя пробраться. Ладно, окей. Осталось вот это вот. Сейчас на ту сторону пойдем. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, блядь. Да остановись ты. Вот ты какой, слышь. Все, отлично, ёб твою мать. Хорошо. Отлично, минус еще одна рука. Осталось две. Да как ты дотянулся-то? Ха-ха, это экшон, бляха. Окей. Все, осталось четыре штучки. Но теперь нам нужно на ту сторону быть по-любому, потому что на этой стороне ничего не осталось. А, вот все, окей. А он сам мне подыгрывает, сам специально ставит туда, где их могут отрубить без проблем. Да хватит ты! Два удара, по ходу дела, кончат меня. Ну, это все, это до свидоса. Ублюдок. Вокруг, и вокруг. Крутись и крутись. Так, а где рычаг-то у тебя? Он же у тебя, ты же его прятал, да? Ты же главный бой, герой. Главный бой, герой. Главный босс практически. Ну да, вот он. Нет, это пушка. Так, сейчас не понял я. Это что за смеху... А-а-а. Ишь ты, бля. Здрасте. Я сделал три, остался один, типа, окей. Да, остался один. Ой, ну он, короче, не сложный. Ну, блин, реально, как правильно писали в Стиме, здесь экшона, конечно, побольше. Здесь реально что-то происходит. Потому что в третьей части, ну, просто прям до блевоты однообразное говно было. И вообще оно никому не понравилось. Совершенно просто. Вот так примерно все реагировали на то, что происходило в третьей части. Так, ладно, давайте мы на этом на сегодня закончим. Мы сегодня попытались, но у нас ничего не получилось. Я еще раз попробую, просто вот, ну, блядь, еще разочек. Ну надо попробовать, просто по-другому, ну никак. Ну не может же быть, чтобы я не попал в эту хуйню. Ну что за дела-то? Че он как тупо и криво их кидает? Мне это не нравится совершенно. Вот поехали. Кидаю вот сюда. Одна бутылка осталась, ты посмотри, сука. И все равно остаются. Ну что за бледово? Да? Еще давай, окей, сейчас. Мы должны сделать это, должны. Ну, хуй знает, я сбил все бутылки, они все лежат, но один хуй никакого достижения не засчиталось. Ладно, короче, давайте я попробую сохраниться. Это же меня сохранит. Да, это меня сохранит. Ссылка на плейлист совсем Бенди, который был до этого в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.